Ладно, дорогие товарищи, мы попробуем начать нашу военную игру. Играть в демо-версию военных игр. Итак, военные игры. Создать свое лобби. Так, как назвать? World Russian Fleet. Ну, по Дискорду, правильно? До троих. Да. Кстати, не забывайте, да, переходить в Discord Russian Fleet. Надо ссылку добавить. Блин, я не добавил ссылку в описании. Да, давай, давай, пока еще И не это самое. где? Homeworld Russian Fleet. Военные игры. Добро пожаловать в демоверсию военных игр. Симулятор для проверки навыков начинающих командиров. Вы и ваш флот Так, ссылку. оказались Извини. как Сталин. Я просто, да. Я что-то все время в этом Дискорде туплю, как ссылку взять Ну, постоянно. пригласить людей там в правом, то есть в левом верхнем углу. Ага, да, вот точно все. Спасибо. Нашел? Все, супер. Да. Так, ну и вроде даже не тормозит. Я, правда, отключил тени на всякий случай, но... Ну, как бы эту трассировку. Ага. Да, и там 8-7 это масштабирование, ну, типа под DLSS, чтобы было включено. Вот, ладно, пускай будет. Пускай поработает нейросетка. Да, Так. я добавил в описании ссылку на Discord Russian Fleet Community. Обязательно приходите туда. Да, там есть люди, которые очень хотели поиграть. Там, помнишь, Алекс Ага. Туфоксич? Не знаю. Он же там офигенно мочился в этот Homeworld 2. Прям такие тактики у него были из разряда... Да. Да-да, а давайте мы расхерачим Mothership, соберем ресурсы и попробуем с этим что-то сделать, там, не знаю, быстрый раш. Так... А еще, Вот. кстати, я не понял сути минного тральщика в том плане, зачем мины выкладывать квадратом и сферой, если они одинаковый радиус у них. Я понимаю, стенкой можно выставить по длине там, да, или по высоте, но квадрат или круг одинакового размера вообще бессмысленно, на мой взгляд. Будь другом, носри кругом, да. Вот. Будь братом, носри квадратом. Ну, если так подумать, честно говоря, тоже не очень-то понятно, потому что это в любом случае как бы сферическое, ну, как бы замкнутый объект, и, ну, стремящийся к состоянию сферы. Так что тоже, да, непонятно. Так, а я что-то не вижу лобби с тобой. А, подожди, я тут еще ничего не нажал. А, Так. понял. Так, удалить игрока. Нет, подожди. Кто такой? Ну и поведение юнитов тоже, честно сказать, не особо адекватное. Пока что, во всяком случае. Они как будто долго думают, что от них хотят. Battlefield. Надо, знаешь, просто закрытую сделать, потому что сразу же какие-то люди вышли, пришли. А я просто это самое вот отправил отряд истребителей, да, и перехватчиков. Они подлетели к торпедному фрегату и встали возле него рядком дружно, типа, давай, стреляй по нам торпедами. А, еще какой-то, знаешь, они довольно тупорылые респонс от Да, 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 юнитов. да, да, да. И когда ты выделяешь контролом, там контрол вообще не видно, что у тебя, что ты кого-то там выделяешь. Знаешь, как бы нету такого, что меняющийся. Да. Вот, я про то же. Отдаешь команду авианосцу полететь, он только с десятой попытки понимает, что ты ему отдал команду лететь. Ой, 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 не то. Самое, что печальное, не дали возможность перевернуть банан. Не дали возможность. А, точно, Ну. да, там же должно быть. Так, я тебя вроде пригласил или не пригласил? Вот в лобби, да, захожу. О, супер. Я даже случайно Лина пригласил, помнишь такого этого товарища Андрея Н. Да.
Connect, окей. Модификаторы сложности какие-то есть. Эмблема. Во, точно, надо все это поменять. Так, о, прикольно, а тут здесь есть... Здесь среди нету эмблем Beast. Смотри, тут прикольно, тут куча всяких этих хомволдовских добавили. То есть это оригинальный хомволд, хомволд 2, хомволд 2 без этой дырки. Это как бы как будто Homeworld Dust Wars или что-то в этом роде. Да, ранний логотип. Да, Homeworld 3. И вот последние два, это походу было что-то из, ну, как бы не фанатских, а как бы сотрудники студии что-то рисовали там на юбилей. И вот, видимо, оттуда взяли. Вот, что там дальше у нас есть? Гал Сеновский, дальше Храл. Кит Храл, ну почему-то цветной. Так, это Калил, Манан. Пакту, ой, не Пакту, эти как они. Набал. Набал. Это Пакту. Напаль. Следующий. Да. Два Пакту. Один с крышечкой, другой без. Инвертированные. Дальше у нас Сидим. Вот. Красный Саджет. Саджет. Потом мы пропускаем, ничего не видно. Какой-то темный темный сабан. Это у нас Самтау. Это вот инкарнаты. О, тайданские два. Это нам надо. Тут выиграв дохренище. Кстати, в этом самом, возможно, что-то из ХВМовского выигропона. Там такое было. Вот, Туранские, Секир, Башка. Ранний, по-моему, логотип выигров тоже есть. А, перед да? Туранцами, по-моему, ранний. По-моему, еще с Даст Варсов, там откуда-то оттуда. Возможно. Если не изменяет память. Я так не скажу. Так, 15 это хрен знает что, вот это не знаю что. Вот это флот. Вот это вот. Вот это тоже непонятно, что за шарик, Соник. Да, шарик с трейлом непонятно. Вот это вот это явно было на Homeworld мод, ну, Discord сервер, где люди собирают эти Homeworld мод database, так называется. Ага. Это, видимо, и в их честь, скажем так, в честь фанатов модеров. 76 и дальше вот эти вот стрелочки вверх-вниз, не знаю. BB понятно, Gearbox понятно. И... И такси. И такси, шашечки, да. А где Beast? Я не понял. А Beast? Нету. Чё за фигня? Я не понял. Так, ну... Туран. Туранцы должны... владеть этим миром. Так, я все настроился. У меня желтый цвет, красные полоски и белый значок Тайдан. А у тебя белый значок Тайдан? Ну, я тогда туранцами все-таки пойду. Я... Ну как же без Тайдан? Ну да. Tales of Tidan Empire, да? Я могу других выбрать, если ты хочешь. Если ты хочешь тайданцами. Да не, я не гордый. Я запомню. Лот палубных кораблей. Разные уровни. Что? Бомбардировщики, воплощенные. Жаль, нет никаких плюшек для обладателей Collector's Edition, да? Ну, пока еще нету, да. Скорее всего, будут потом. Сейчас один момент. Надеюсь, он не будет таким же, как ранний доступ в Homeworld Mobile, которого не было. Интересно. Джинсы порезаны. Ну что, вы готовы? Да. Смотри, какой еще там первый уровень, видимо, какой-то. Видишь, там мужик какой-то сидит, пилот. Угу. Мужчина с ведром на голове. Да, квадратным ведром. Ладно, давайте. Пойдем?
Вперед. Пошли. Эндрю Н. не подсоединился. Он же Дарк Сент, он же Лин. Ха-ха, мы тебя знаем. Мы тебя Да, помним. я даже я с тобой лично виделся. Так, сейчас полоски все-таки красненькие надо поставить. Это как-то не камильфо. Извините за мой этот самый... Если хочешь, я могу этим набалом с Не, удовольствием сделать. все нормально, Сделаться. все нормально. Поехали. Поехали. Три, Три, два, два, один. один. Выполняется вход в игру. Со временем флот врага станет сильнее и многочисленнее. Защищайте авианосец, выполняйте... И я не успел прочитать. А, хорошо, артефакты, бонусы, да? Ожидание подключения игроков. А как тут? О, появились. О. О, ого. Его красоты. Так, Ох. корвет с рельсотроном, лунный фрегат. Красота. Не говори. А, ты тут рядом. А на клавишу М какая-то сетка включается, да? А, кто там? Так, подожди, 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 подожди. Подожди, блин. Не так быстро, я еще не разобрался. Я тоже. Давайте. Блин, надо переключиться на классическое. Да я, блин, вообще не туплю по-страшному. О, у меня еще не прогрузились текстурки. У нас вот там ресурсы. Так, а почему на G, а на R теперь охрана, да? Ну да, вообще как зачем поменяли? Все же было нормально же общались. Не говори. Блин, то что тут нету этой самой, я не понимаю, оно работает или не работает? Так, давай, это Ctrl 1. Что-то какой-то трэш с управлением. Кэрриер летит, как будто у него... Как будто дрифтует. Блин, у меня все никак что-то текстурки не прогрузится, у них же такое шакального качества. Но это чисто анриловская фишечка. Так, а что нужно сделать так? Так. Где мои ресурсы? Твои ресурсы находятся справа за буквой строительства и исследования, справа вверху в углу. Прямо за строительством. Не, я не понял, о чем мне это самое не работает. Что сидим на? Что не работаем на? Я что-то прям столько уведомлений. Жесть какая-то. Чё там? Какие vessels? Блин, ну вот такое ощущение, что они просрали эту кодовую базу и все, все, что у них было в этом самом,
А еще мне вот раньше в С Homeworld можно формациями. было увеличиваться, фокусироваться на любой объект, даже неактивный. А сейчас я не знаю, как на него сфокусироваться. А, подожди, вот получилось. Как это у меня получилось? Alt. Alt, средняя кнопка мышки не работает. Ладно. Нет, просто Alt зажимаешь и переводишься. То есть это внезапно работает как раньше. А, без средней кнопки, понял. Вторжение. Так, блин. У меня текстуры просто. Что происходит? Что случилось? Да блин, ты что-то делаешь или нет? Я вообще не понимаю, как будто. Не могу понять, что у меня с графикой. У меня как будто лоды третьего уровня включились, они все квадратные. Что такое? И оно туда-сюда то появляется, то исчезает. Ну Что и вы чё? говорите, господа? Чё делать надо-то? Ёкарно было, я не понимаю. Попробуй спасти этого тварь, этого товарища. Он у тебя. Да, я пытаюсь, только я не могу понять ничего. Подожди. Это что у нас Почему такое? меня никто не слушается? О. Я пока не очень понимаю. Они вроде как собирают ресурсы, а... А, у меня уже ресурс коллектор уничтожили, понятно. Окей. А у них что, ресурсы не прописаны? Что происходит с графикой? Почему вот здесь более-менее, а там, о, исчезло все. То есть я сейчас только что построил корабль за 500, но он не это самое, но у меня не видно, чтобы у меня были ресурсы. То есть у меня такое ощущение, что где-то забыли прописать эту фишечку. У тебя ресурс, ну как бы ресурсы обозначаются, а они есть, сука, Они они. за строительством там, справа. Да. Я и говорю, то, что я их тоже не нашел. Они как бы есть, но их нет. Их просто не видно ни хрена. Че вы стоите? Блин. Что делать надо-то с этими точками вторжения? Ляха-муха. Что происходит? Можно я... И, по-моему, ухудшился этот У меня сенсорный сейчас режим. 1050 Ti.
ухудшился сенсорный экран. Я смотрю на него, и мне как-то хреново видно. Я хреново понимаю, что вообще происходит. Ой, у меня авианосец пилит по-черному. Ты как здесь вообще оказался? Так, игра. Где тут пользовательский интерфейс? Ни хрена тут изрешетили просто корабль мой. У тебя крашится на RX-570, странно. А у меня что-то непонятное, что происходит с текстурами, то есть, ну это чисто анриловский прикол. Притом в обучении все нормально было, а сейчас у меня графика максимально шакальная стала. Странно. Блин, ты куда улетел, а, дружище? А как ремонтировать свой корабль, интересно? Да я пока вообще ничего не понимаю, почему-то у меня вообще нифига не... Заказал два ионика, а нет, не заказал, я их арендовал, скажем так. Ну, в смысле, не... Как-то сказать, я их... А вот как-то он лечится. А как он лечится? Ну, у меня 1050 Ti, не просто 1050, но... Да, по идее, да. Ай, блин. World 2 Evolution. Да, да я и говорю, не пойму, что происходит, почему у меня графон такой. Да это Unreal Engine-овский прикол чисто. Это шейдеры не компилятся нормально. Я тут просто в Unreal много работаю, и... Тут по оптимизации шейдеров что-то. Ты там живой вообще? В обучалке-то все хорошо было. Да, я живой, я тут еще держу оборону. Просто я не понимаю, где ты. Ты там, знаешь, такой очень неяркие эти самые цвета. Да модели-то, да, лоу-поли, это понятно, но текстуры где? То есть, о, вот, отъезжаешь, появляется, подъезжаешь, исчезает. Они как-то непонятно. Да-да, я и говорю, что лоды третьи, походу. Вот и подлетел. Так. Да-да-да. Ну? Вообще ни хрена не понятно, что происходит. А, я все походу. У меня уничтожили этот флагшип. Лакшери шип. Да. Давай попробуем визуальные эффекты. Что у нас память может забить сильно? Блин. О, подлетаешь близок. Лоды переключаются. Ну чё, идём в рестарт? Да. Хорошо, давай. Выход, да. До сглаживания, по идее, память не должно забивать, но сейчас посмотрим. Да, настройки что-то надо, привязка клавиш. Не, я просто вот обучение когда играл, то все нормально было, все хорошо прогружалось. Странно.
Тут еще, кстати, как-то не особо адекватно работают настройки. Я еще когда клавишу менял, они не применились. Сейчас тоже качество сглаживания убираю, нажимаю применить, оно возвращается назад. Как Alt F Окей, нажать. Я какая-то. Что-то они перемудрили. Реально. Что-то я как-то тогда. Я говорю, ну мы с тобой заодно хороший тест проводим, как игра работает на, так сказать, не сильных компах и на хороших. Угу. Ой, ну к выходу я надеюсь уже поставлю RTX себе нормальную. Что бы тут поставить-то, ё-моё? Все клавиши позанимали, а? Ты не говори. Понаехали тут. Y? О, Y есть, ну наконец-то. Да, F реально через Alt-F, это как-то так очень... Я поставил способности корабля на клавишу 9, я нафиг на NAM7 убрал. Думаю, когда до этого дойдет, еще неизвестно. А вот на клавишу F фокусировка — это святое. Где тут было... Олди. Выбор. Где тут вот эта вот штука, которая позволяла выбрать классический режим игры? Да, сейчас я посмотрю тоже. Отображать имена персонажа уникальными цветами. Давай посмотрим. Да, на Unreal 4 игра сделана. Угу, есть такое. Unreal Engine 4. Так что о нанитах тут речи пока не идет. И не будет. А есть ли тут какой-нибудь ресет? А, есть, да. Это у каждого. Ну, давай я пресетну, посмотрим, как оно выглядит. На базе. Дайте мне классику. Как тут? Дайте мне классику, ну пожалуйста. Пожалуйста. А, вот, современ. Фу. Да-да, все на лодах, это 100%. Да, ну и видно, что лоды. А частицы все на Ниагаре, походу, сделаны. Ну, не, ну да, по-моему, на Ниагаре сделаны все. Потому что видно. Специфические ощущения от Ниагары. Ниагара. Ладно, сетевая игра. ВРФ. Закрытая. Потому что пока мы тут еще затупим, будет Хикс. Блин. Подожди, а может быть, сейчас секунду, я к тебе приду, подсказки показывать, подсказки об объектах в режиме захвата, подсказки о диске движения. Ёб твою мать, сколько здесь подсказок, а? Подсказки производства, подсказки исследований, панели ресурсов, подсказки для панели игровой информации, подсказки по управлению замедлением времени. Подсказки, ужас какой-то. Интерфейс вообще просто загруженный, я вообще просто, ну, не могу. У меня глаза разбегаются, я не понимаю, что происходит. У меня на фоне всего этого интерфейса теряется вся игра вообще. Я даже не понимаю, что нам вообще делать надо было. А там какая-то хрень вот эта вот непонятная, до которой нужно было добраться, защитить что-то там, и три штуки таких нужно было сделать с этим. Да, да. Просто я тоже насчет лодов не особо пойму, а... Да-да-да.
Насчет лодов тоже не пойму, но тут не такие нагруженные сцены, чтобы у меня прогружались нулевые лоды, тем более зная любовь разработчиков к экономии полигонов, да и видно, что здесь полигонов не так много. Тут что-то с оптимизацией конкретно. У меня гораздо более нагруженные проекты, да даже сам, который, так сказать, делаешь, собираешь, да, с такими болезнями и болячками не страдает. Ну, будем Хвала богу. надеяться, патчи выйдут, на то это и тест, я думаю, сейчас демо. Чтобы посмотреть, у кого как работает, на каких устройствах. Да, как бы 4 гига памяти на видяхе, но... Ну, какую-то часть ОБС сейчас сжирает. Вот, сейчас вроде нормально все прогрузилось. Ну-ка. Качество, конечно, немножко шокальное, но сейчас у нас графика на средних. Посмотрим, что будет в процессе. Да это понятно, я сам тоже больше 20 лет в графике компьютерной. И, кстати, тоже модмейкер. Мы тут все модмейкеры, что я, что Дред, что... Пандора Зеро. Команда will send an objective soon. Так, боя. 3000 ресурсов. Контроллер ресурсов. Давай сразу устроить контроллер ресурсов. Давай. Ну давай, лети. Чё ты не летишь? Подожди, а как? Понял. Они, по-моему, с ОРБ спиздили идею про правая левая кнопка. ОРБ, игра из 2000-х годов. Артефакты. И тысячу артефакты. Так, что-то я даже начал уже потихонечку разбираться. О, может быть, я сильно засветил эти. Ну, как там, уменьшил яркость объектов. Что такое случилось? А, нет, нормально. Так. Ну вот ты какого хрена меня не слушаешься? Я тебе и говорю, лети сюда. Противодействие. Что происходит? А, правой кнопкой, а потом левой надо нажимать, чтобы он выполнил приказ. Ёпарасоте. Правая кнопка, а потом левый? Да. То есть вот ты правый нажал, ага. Потом левый, и он выполняет приказ. Туда лететь, куда лететь. Так. Ну, это был... Ребята под систем нету кораблей, дико раздражает меня, что я их не видел. Может, их нет? Пока, честно, не похоже, что они тут есть. Хотя вот... Хотя нет, это, по-моему, просто... Радиаторные решетки. Решетки радиаторов. Тема охлаждения. Locate and rescue all civilian vessels. Locate all civilian. Я пытаюсь понять, что надо делать. Как противоборствовать вражескому флоту. Ну, здесь, видишь, здесь и производство по одному юниту. То есть более классический такой режим. Так, на R охранять. Фрегат подавления.
Пока способности использовать, мне вообще реакции не хватит. Я даже не изучаю способности. Бля, я не могу. Наконец-то мог. Ой, что там такое? Точка вторжения. Да. Кто прилетает? Где прилетает? А, вон сзади летят, понятно. Это я заказал. Ой. Внутри выйдет. Что за параметр корабля? Непонятно. А смотри, параметры корабля какие-то все-таки есть. Но непонятно. Что это? Ну, я нажимаю, да, ничего не... А, это, наверное, будет выбрать. У нас корвет налетает, значит надо рельсотроновые корветы строить, наверное. Так. Что ж такое-то? Я не понимаю, что это. А, это... Ай, нет. Зачем я это выбрал? Что-то у нас такое. А в док, ёпарасоте. Как это все непривычно. Я нахрен потом, когда выйдет полная игра, я все управление перенастрою на классическое. Это невозможно. Тут еще, по-моему, корабли эти особые навыки, они там по-разному. Так. Кого там нужно? Тут, походу, не получится так, чтобы... Все, лоды вышли из чата. Да, опять? Угу. Но не везде, при том. О, они вернулись. Блин, что происходит? Да. 4 гигов видеопамяти явно не хватает. Вот. Хотя подобных проблем даже близко не возникает у меня в той же Elite Dangerous, да? Я там на высоких играю. И когда пешком ходишь или еще где-то. От подавления, да. Да, это понятно, да, но мне непонятно почему. В том плане, что ну не так нагружена сцена, не так много полигонов тут, ну реально. Я говорю, ту же Elite Dangerous возьми, там сцены гораздо нагруженнее, чем тут. Что у нас тут? Мегалиты так память сжирают. Хотя, если смотреть ихние кораблики, надо, кстати, попробовать будет достать кораблик. Вот перехватчик у них на скетчфабе был в свое время. Вот у них на скетчфабе был этот самый перехватчик, моделька. Ну, там, конечно, хайполька была, понятное дело, но... Лично там, по-моему, несколько миллионов полигонов было на ней. Ну я и говорю, да, мегалиты, ну все равно. Тут, в принципе, если так посмотреть, ну плоские поверхности достаточно. Ну сколько здесь полигонов? Ну да, с одной стороны, все эти выступы.
Они все, хотя они вон плейнами сделаны, видно. С двухсторонним отображением материалов. Ну даже хорошо, ну возьмем тут 1 000 000 полигонов, 1,5 миллиона полигонов на всю сцену. Но этого 4 гига памяти это с лихвой, ну, переработают. Вот наш же проект, знаете, который мы делаем с тобой, Дрей, да, у нас на сцене там, ну, больше ляма уже полигонов. У меня все нормально работает. Интересно. Рельсы. Я все же думаю, что здесь что-то с оптимизацией. Надо еще поработать им. Так, F4, это всех юнитов выбрать, да? Угу. Окей. Так, бомбардировщики. Здесь у нас все сожрали мы. Спасение. А, что там дальше? Тут реально какое-то управление странное, но, блин. Долг, а вот раньше были четко обозначены клавиши на все это дело. Мне кажется, тут память все сжирает именно партикли всякие, частички. Objective complete. New enemies will continue to arrive until you decide to move on to the next mission. Ишак, по кто? Все, пойдем, полетели дальше. Полетели. Е-е-е. А мы полетели. Прикольный эффект этого гиперпространства, правда, он мимо прошел. Да-да-да, мне тоже. Чуток промахнулся. Немножко не попал в рамку. Да. Короче, надо в оптимизации еще работать и работать. Блин, а месяц остался. Не говори. Ох, твою мать. Как красиво, у меня сейчас глаза потекут. Ага. Ну, в хорошем смысле. Отлично. Да, карта с горами песка, это тоже, да. Честно, ну, хочется материться. Ну, пиздец просто какой-то. Ну, что с интерфейсом? Ну, это жесть какая-то, а. Ну нахрена мне группа 1, 2, 3, 4, 5? Ну это для кого? Для совсем тупорылых, что ли, сделано? Я знаю, что у меня группа назначена на 1. Я ее и выберу. Да. Вот если адекватно посмотреть, ожидается сопротивление. Задачи. Зачем задачи таким большим, такой большой плашкой писать? Время. Вот это что за уровень роста, угрозы? Зачем он все прыгает туда-сюда? Игровые события, просмотр реплик. Это все можно было как-то уменьшить. Да они сами себе вот запороли. Ну, ресурсы за строительством, это уже много о чем говорит.
Как так можно было провафлить? Они что там, на 4К мониторах все прям играют и проверяют? Поэтому ресурс строить. А, это да. Ну серьезно, ну как так можно было облажаться, а? Это, наверное. Хотя, блин, это очевидно, как бы. Это кто? Ну я говорю. Они на ультра-вайдскрин экранах, что ли? Я. Блин, надо переключить на этот самый. Компас тоже внизу. Вроде прикольный, но он такой мелкий. Да знаешь, на английском языке все адекватно выглядит. А, ну понятно. Это проблема того, что у них нет локализационных тестировщиков. Да, скорее всего. Ну да, кстати, цены кораблей тоже вне рамок. Действительно, тут же вот рамка. Даже такая полупрозрачная специально сделана слева. Locate and rescue all civilian vessels. Ready to copy. Awaiting orders. Так, блин. Но... А как быстро ресурс-коллекторы построились? Ну, я скажу, что все-таки как-то не так хорошо выглядит сенсорный экран. Не знаю, я в сенсорный экран зашел и полчаса наверх сейчас улетал, чтобы хоть как-то осмотреть все это дело. Мне не хватает реальной фишки ускорения и замедления движения камеры вперед-назад, как в Unreal хотя бы, когда ты зажимаешь правую кнопку и крутишь колесико мышки вперед-назад. Кстати, да, очень... Если у вас уже управление как в Unreal Engine, то... Очень медленно крутится вот это все дело. Если уже делали управление, как в редакторе Unreal Engine, через QE верхний свой ASD, то оставили бы эту фишку. Receiving. Но все равно до хрена. То есть я переключился, вроде как стало лучше, но... Нет. Нет, он все равно перегруженный. Такое ощущение, что раньше, когда были маленькие экраны, они так, ну, думали о том, как это соптимизировать, сделать хорошо, так, чтобы показать мало, но больше. А я вот не пойму, у нас количество юнит, этот как называется по-английски-то? Юнит кап общий, что ли, на двоих? Да нет, вроде как. Почему у меня 4 из 5 ионных фрегата уже построено? Ни одного нету. Да? А у меня 5. Да, у меня 5. 4. А, нет, уже 3. Да, то, да, видимо, общий. Я тут тебя все строю. Да, блин. Ой. Ну реально, какое-то дубовое в некоторых местах эта штука. Подожди. Подожди, я ни хрена не понял. Это чей? А это чей? Да, да, согласен. Уи такой, как будто ты действительно, я не знаю, командную карту смотришь тактическую, а не наслаждаешься красотами космоса. Ну, красиво, конечно. Но они специально, вот, реально, вот, сейчас, походу, у меня такое ощущение, что они специально делают все карты так, чтобы тебя пихать в какую-нибудь жопу с этими, мега-объектами. Вместо того, чтобы просто сделать адекватные, вот, как, не знаю, первых. Да, да. Вторых. Нет, это прикольно там раз-два, но если каждый раз, ну это что-то как-то уже не так это, весело. Знаешь, я говорю, это игра реально для стримеров. Еще не хватает вывести чат на экран. Цель сообщества, там, я не знаю, новые подписавшиеся и прочее-прочее. И тогда вообще труба просто будет. Combat alert. Taking out
но где что-то не строишь. А, точно. Пьедрит Мадрид. Так, оспариваем территорию. Hit, damage report. Блин, какое-то дубоватое, честно говоря. Как мне это тестировали? Черт его знает. Я вот с Humul Desert of Karak то же самое. Вроде как оно похоже на то, что было. В этом. В Хумволде, но тем не менее для... Не работает, зараза. Для ground... наземных стратегий. Да. И как это... Да я вот я смотрю, песок этот лежит. Песок? Как песок может лежать? Что за херня? Ты вообще понимаешь, что происходит? Я приблизительно понимаю, то есть я уничтожил какой-то вражеский эсминец. Сейчас захватываем какую-то точку вон в космосе. Видимо, на этих точках будет полезны эти О, ни хрена себе, как тайлится все тут. Это что за раскраска в горошек? Что за пески? Я не понял. Что за пески на этой древней штуке? Ой. Кто взорвался? Это сверху. Так. Где мои ресурсы? Где мой дом родной? Где следующая цель у нас? Вы работаете? Работай по Стахановска. Че там, селвич надо, что-то или? Да. Ворвался красиво. Capture research. Так, сейчас. Или, да? У меня такое ощущение, что поведение юнитов здесь как будто из Home World Mobile перенесли. Ну, в какое-то, да, есть такое непонятное. Они как-то так немножко окузвалились, честно говоря. То есть... Вот это вот печально. Такое ощущение, что реально нужно смотреть в сторону уже альтернативы. Че, мы ресурсы все сожрали здесь? Так, что тут происходит, блин? Оно то далеко, то слишком близко. Так, 5. Да. Ой, блин, а я сейчас, наверное, так и сделаю в следующей карте. Чё там? Send message. Send.
Что происходит? Как-то странно двигаются эти. Блин. Вот тут можно... Термоядерные боеприпасы. Режим сжигания. Ай, где? Как-то очень некрасиво стало. Я не могу на адекватность. Потеряется вот эта вот зрелищность. Как они его обнимают. Кого? Да что с мышкой происходит? Почему все так дергано? Ой, а что у меня с управлением вообще случилось? У меня ничего не двигалось. О, задвигалось. Слушай, есть такие штуки непонятные почему-то. Да тут, я так понял, исследуются только в основном какие-то фишки дополнительные для кораблей. Ага. Способности и обилки, или как это правильно. Чё с мышкой случилось? Почему у меня теперь не срабатывает? Теперь все работает. Как вылечить корабли свои? Там на этот. Кликать нужно. К сожалению, нельзя взять так и рамочкой обвести. Я, по крайней мере, не понял, как это сделать. Так, а мелкие корабли, как бы, пошли мы нахер, да? Вы там без нас улетели. Мы догоним. Да, лет через... На ионных двигателях. Тысячу. О. О, адекватное управление мышкой вернулось. Штотики. Так, подсказки все пошли как бы нахер. Смотрим, как без этого выглядит. As long as the bays are functional, they will be able to provide reinforcements to the enemy. Ничего не поменялось. Strange energy signatures coming from the surgical strike production bay. Expect energy weaponry. The suppression fleet bay is producing anti-strike craft ships. Capital ship signature detected at the force projection fleet bay. Муха, как это неудобно, а? Нажимаешь S. Отдать приказ на охрану. Да. Левая кнопка не срабатывает, надо нажать правой. Как-то левая и правая кнопка мышки вообще. Угу. О, друзья, полетели редком. Тяжело, наверное, вам боевой строй сохранять. Force Projection Fleet. Combat alert. Да-да-да, в очередь. Мощность корабля контроллера ресурсов.
Они умники прилетели сразу сюда, прям в кучу. Где там? О, на клавишу N можно скрыть еще цели. И радар можно скрыть, отлично. Что еще можно скрыть? Я же скрыл. Я еще путаюсь по тактике кораблей, то есть я раньше помню F4 агрессивная тактика, а тут теперь на F2 переключаешь. Тебя отправить, да? Теперь на левую кнопку мышки. Давай, это корветы такие. Какие-то не все диковинные, честно говоря. Да. Это, так сказать, еще после... Ну, ребята, сейчас вы огребете. Так, а у нас юнит кап весь забит. Все, значит, выживаем как можем. О, мультибимки какие-то пришли. Bringing guns to bear. О. Bring a jig to bear. To bear, да? Юнит кап 20-летней свежести. Верно подмечено. Ну, пока у меня летят, тут я посмотрю, что у тебя происходит. Меня тут всех убили. Да, да. Ну вот, Дред верно подметил, в этом самом, в обучалке, Beast Layer был на авианосце. Все, они какую-то дань уважения катаклизму все-таки отдали в этой игре. Неожиданно, но факт. Угу. Я там сверху над тобой пролетаю. Почему
почему нельзя было на этот самый, на пробел, на control, так, знаешь, как бы? Если вы уж ВСД используете, то чё нет? Все равно зажимаешь, и потом вперед, назад, там, знаешь, вот это вот. О, тут куча мала какая. Вы что творите, господа? Да что за брачные игры начались? Где? А, ты там где-то, да? А вот над тобой сверху не видишь кучу инверсионных следов? Тут какая-то, походу, черная дыра образовалась, их всех засасывает туда-сюда. Что происходит? Не знаю. Ты видишь это? Ты видел? Ну прям над тобой, вот прям над твоим этим. Да я смотрю. Тут бы еще, знаешь, типа, как у Apple Vision Pro там, типа, глазах. У них патрулирование. У них режим патрулирования какого-то хрена включился. Там кто-то движется. Снизу. А вот три. Блин, а у меня кто-то есть вообще? Есть какой-нибудь? А как отменить команду? Е? Что это вообще за строение у нас такое? Первый знает, но придумали всякой херни. Да. Да. Это прям как... как я раньше моделил для Тойоты. Эти форпосты, блин. Это к Мике надо вопрос, который Homeworld 2 Evolution делает. А вот он в чате сейчас, Homeworld 2 Evolution. Может, это он? Может быть, это он. Привет. Привет. Привет, ждем, когда же он наконец выйдет. Да-да, это он. Мы тебя помним. Сейчас Homeworld 3 ру. Но, конечно... Мы тут все свои ребята. Да-да-да. Выйдет, даст бог, пишет. Не факт, конечно, что я поиграю. Но, а чё нет? Попробовать-то поиграем. Можно. Попробовать-то можно. А, да блин, да что ж такое-то? Черт побери. То ли я старею, то ли что. То ли тут действительно так да, неудобно. Да, мы действительно постарели. Как-то я не очень понимаю, какого хрена тут, что происходит вообще. Знаешь, еще все это вот мешанина вот туда-сюда, оно как бы вот свободное. Меня единственное, что спасает, это, знаешь, зажать альт и сфокусироваться на вражеском корабле, все. Я даже теряюсь вообще тут. Вот-вот, как-то так. Что это свободная камера... Да блин, да, в Deserts of Karak тоже эта камера туда-сюда прыгает, не знаю, по-моему. Homeworld 2 и Homeworld 1, там из-за того, что оно жестко фиксировалось на объекте, оно как бы... Ты четко знал, куда оно прилетит. А тут вот... Ну, то есть, на чем оно сконцентрируется. А здесь вот эта свободная камера, и ты вынырнул, и тебя куда-то вдаль унесло, и ты снова приближаешься, но оно не настолько близко, как бы, и тебе пытаешься ближе, оно тебе куда-то вообще в эту панельку эту прожбанитровскую присылает. И тебе снова нужно отъезжать и смотреть, а оно недостаточно далеко, и как... Короче, гармошка какой-то. Туда-сюда, да. Карусель, сейчас, блин. Сейчас попробую показать, правда, найти бы по кому... О, вот сзади есть по кому выстрелить, отлично. Да давай, разворачивайся.
Так, где мой? Ой, он дохнет. Отлично. Отличный план. Денег нет, но вы держитесь. А сейчас меня взорвут нахрен. Зато у меня два иона фрегата. Оу. Я богатый. Ну вот это меня можно собрать. Чуть будут ресурсы. Давай сюда, сюда, стреляй сюда. Покажи, как ты стреляешь. В общем, ну, вывод можно по этой игре сделать один. То есть процессор начального, так сказать, ну, уровня для этой игры спокойно. У меня какой? У меня сейчас 3770 стоит. А, и 1050 Ti. 32 гига оперативки. То есть... Видяшку получше и играть можно будет спокойно. Но вот уже когда выйдет полноценно, я надеюсь, у меня уже будет и RTX нормальный, и проц 12-го поколения или 13-го, не знаю, как получится. Так что я говорю, у нас хороший тест производительности получился. У Дреда на канале. У Дреда на канале будет с хорошим качеством, потому что у него железо помощнее. Да, у меня железо сейчас слабенькое. Но это временно. Никто же не знал, что сегодня выйдет. Ага. Как у Wargames демо. Я бы сегодня тогда RTX споткнул бы. Кого там, какие ресурсы? А? Где? Что происходит? Не говори. Да нет, да мы просто игру делаем свою, и тут суть в том, что я тестирую на, так сказать, заодно на слабом железе, чтобы производительность хорошая была, поэтому тут как, да. А сейчас тоже планирую себе к концу месяца уже нормальную сборку собрать. Благо, все к этому вроде располагает. Да-да. Но я так как бы и планировал к концу февраля уже закупиться. Нормально. Ты к нам в Discord залетай, у нас кооператив Дружба, где мы по сети играем все время. Или же... самое. А, ну насчет этого пока подробностей никаких нету. Да, кстати, только так. Надо было играть в Humold Russian Fleet. Да. Это более соответствует тематике. Хотя тут кооп тоже. Мы просто привыкли, знаешь. Да, блин. Да, да, это самое. В описании под видео ссылка на Discord, кооператив Дружба. Прям просто переходи и все. А, ну там больше мы в FPS играем, кооперативные. Да. Вот. Да. А Humold, ну, Humold это Humold. Собственно, что-то там и в последнее время скорее я там что-то делаю, там картинки из соцсетей этих выкладываю, и что-то нахожу, тоже выкладываю, ну всякие. Все, что нахожу, то и выкладываю. Вот, да, и, да, собственно... да. У нас тут с Дредом еще есть один секретный проект, про который мы вам не расскажем. Но он касается катаклизма, помнишь? А, да. Это должно быть очень круто. Ну. И. А, ну что, с классическим управлением даже как-то проще стало. Хотя, я, честно говоря, не особо понял, в чем фишка, как бы. Классическая, не классическая. Так, захватить базу флота подавления. Это нам надо лететь в другую сторону теперь.
У меня два ионика осталось, и этот ресурсосборщик что-то там собирает вместе с твоим. У меня чё? А я рельсотронов понастрою. Да, конечно, залетай, пообщаемся вместе. В Дискорде просто, да, попроще, поэтому. Это правда. Что придумывать? В том плане, я имею в виду. Да можно и в друзья добавиться, как удобнее. Send message. Interceptor reads. Go with message. Времена такие, что информационный поток такой большой, я на самом деле уже не знаю, где вообще сидеть, кого искать и прочее. Меня лично уже не хватает на проверку всех групп, пабликов. Можно весь день потратить на это. Да. Нужно какие-то хабы иметь. Да. Да. Голодранцы у всех стран, хоп да кучи. Как говорили классики. Ой, да. Блин, надо по катаклизму сделать эту штуку, которую мы с тобой задумали. До выхода. Хайпануть. Месяц остался. Да-да-да, не, я сейчас закончу быстро этот проект по работе один. А времени... Желаний много, времени мало. Да, есть, ну хотя да, я не знаю. Это... Господину десятки написать. Нужен человек, кто сможет вскрыть Homeworld катаклизм, да? Точнее, подсказать как. Да, я уже забыл. Но он вроде точно так же, как Homeworld открывался. Там какие-нибудь декрипторы нужны, не нужны, я не помню. Нужен, нужен, я просто первому хомяку не особо вообще моддингом занимался, как во втором. Как и катаклизму. Второй ты, понятно, весь вдоль и поперек, знаешь. Хотя я уже на самом деле ничего не помню, когда я последний раз... Лазил в Homeworld. Да, тут Пандора мне тогда помог бэкграунда достать, хотя я раньше все умел, а сейчас уже даже не знаешь, с чего начать, как это делать. И зачем это все нужно? Ну. Ну вот я и думаю, да, что это, наверное, к Тену надо обращаться по поводу. Он скажет, идите нахер со своим катаклизмом. У меня свой Splendor мод. Ничего не знаю. Я думаю, от такого он не откажется. Я отправил корабли в док, а они не могут догнать карьер. И не могут пристыковаться. Давайте, идите в сопротивление. Сидят хороводиком за ним. Ай-яй-яй, Филит. Или ты не можешь... Филит мой ресурс-коллектор. Блоховоз. Мне кажется, что нам в эту точку надо. Suppression Fleet, да, я тоже туда лечу. Вот он вылетел. Вот он прилетел. Главное, с комплексоидами не связываться. Так, надо. Чувствую, надо открыть чат. Coordinates confirmed. Enemy Corvette targeting. Corvette has us in sight. We're exposed. Send transmission. Targeting Corvette. Hostile track. Corvette closing range. У меня такие побитые уже эти фрегаты.
Что там внизу оспаривается тоже? Пустота. Ой, а тут ветра дуют, да? Молодые ветра. Где ветра? А вот оспаривается точка внизу. Там такой туман. Дует. Тут можно поменять направление? Combat alert. Да-да-да-да, ветра и горы песков. Это наверняка тут где-то это самое. Галактика Кинзадза. Ой, точно, вижу, да. Уж эти художники, ох уж эти затейники. Блин, первый Хумол был такой пустой и... Черный, ну, относительно черный. Но... Ты с рефлекшенами проблема, это чисто такой анриловский баг, я не знаю, может, на высокой графике такого нету, но это вот это вот, как они называются, Фларксы, не Фларксы, блин, из головы вылетело название, как этот баг называется, но это чисто анриловский такой прикол. Да, согласен. Ну, кстати, насчет озвучки. Какие ваши доказательства? Ой, какие ваши комментарии будут? Да вроде нормальная озвучка. Как бы с... Мне вот немножко он... не нравятся всякие вот эти плюнь-плюнь, там булюм-булюм, такие звуки, как будто, я не знаю, оказуалили. В остальном все хорошо. Мне морды не нравятся. Вот в обучении там какой-то толстощекий был. Тут этот... освободить Джангу. Вот. Как бы поставьте мне Fleet Command значочек. Как бы. дайте мне самому додумывать, как этот выглядит. Мужик. Да. Стоит, смотрит на меня, что-то там это самое. Да. Не, звук боя, да, согласен. Звук боя хороший. Мне вот чисто немножко напрягает звуки взаимодействия с интерфейсом. USBL играет Home World. Это чувак, у которого наигранных часов в Home World больше, чем прошло времени с выхода Home World ремастера. Это какой-то чувак такой интересный. Я его в друзья добавил. Чё себе? Ну, может, он моддер? Типа Левиафан Врас или Ид The Mole, или как-то Mole Man 2009. Сейчас или я даже посмотрю, сколько у него. HeroCraft 2. Надо уничтожить Battlecruiser. Ты не отвлекайся. Да кто там еще? Кто у меня... Где Battlecruiser-то? Щит... Посерьезно. А, вот он. Так, сейчас мы его с рельсы. Ой, блин, рядом с ним еще куча всякой шушеры, мушеры. Дайте глянуть. Ну, они, конечно, такие очень прожбанитровские. Видимо, это нашли какой-нибудь производственный цех. Поэтому обозвались инкарнатами. Почему этот рельса не стреляет? А правой кнопкой, ёпарасоте. Когда-то правой, когда-то левой нажимать, не поймешь ни хрена, а?
Да. Вот эти дополнительные манипуляции, когда нужно что-то там не запрувить или не запрувить, за как-то так очень. Такое ощущение, так, давайте что... построение сферой. Ага. Такое ощущение, что некоторые вещи ребята не тестировали в очень плотном в стресс-тесте, знаешь, когда кучу всяких с разных сторон прется. Вот что они творят? Кто? Истребители мои. У меня только один остался, я его отведу подальше, но не успел. Ну все. А вы куда полетели? Почему они отлетают? Кто? Да мои ионники, они вообще в другую сторону, они в противоположную сторону летят. О, у меня внезапно они еще испугались, что ли? У меня еще один ионик внезапный. По-моему, тут что-то теряется где-то, знаешь. Что происходит? Либо мне респавнули. Они группируются вместе. Ты понял, какая логика? То есть я нажал четверых, ну, выбрал весь отряд и нажал атаковать. И они полетели на общую точку группировки посередине. То есть сначала в противоположном направлении от врага сгруппировались, а теперь кучи летят вместе на противника. Круто. Мне Дестер выделили. Да? Да. Хрена себе. Я тоже охренел. Хрена себе. А что, тебя подбили нахрен? А, да, мне подбили, походу. Обидно. Поражение. Эй, реконненса. Разведывательный флот дали. Адаптирующий флот, адаптирующийся флот с высоким количеством начальных рун. Ну да, логика в этом есть, но не в тот момент, когда ты хочешь по врагу нанести удар, а они отворачиваются от него и улетают в противоположную сторону, чтобы сгруппироваться. Смотри-ка, тут есть в этой самой, господи, блин, level progression. Теперь дали выбрать шапку. Customize profile. Теперь можно выбрать, как это твоя рожа будет выглядеть. Customize. Ну вот, тут дали... То есть не дали, как-то... Где это там, сейчас скажу. Ай, ай. А ну вот сверху. Ой-ой-ой, отмени запуск. Правый верхний угол нажимаешь. А, все, понял, понял. И тут можно флот выбрать и профиль. Ну блин, ну и Магенку вот эту вот, она такая волосатая чувиха, чувырла. Знакомые картиночки. Факту не бритый. Факту не бритый. Это воплощенная. Опять у нас какой-то полугалсин, полувейгер. И полупрожбанитер. Всех совместили, так сказать, всех. О, мороженка. Покажите флот Incarnate. Incarnate флот, это что у нас? Ну, воплощенные это противники. А, понял. Нет, пока тут вроде ничего выбрать нельзя, за кого играть. Только в библиотеке, в главном меню можно посмотреть, что у них за флот. Угу. Но сейчас пока из лобби не хочу выходить попозже. Так, разведывательный флот. Флот палубных кораблей. Артефакт меткость. Ну что, я выхожу в лобби. О, это большая картинка, которая реально бесит, потому что когда ты ее запускаешь в Homeworld Dock, нет, в Homeworld Remaster, это она появляется, причем она огромная. Там больше, чем у HD монитор. Угу. Ну тут типа эпическая сага продолжается. Закажи Humble 3. Предзакажи Humble 3. Да.
Слушай, я забыл, а у Набал какой цвет полосок, не помнишь? Белый? У них зеленый цвет корпуса, по-моему, да? Кто его знает. Я помню только У них PDF-ку он. из первого Хомолда, там все было одноцветное. По-моему, белые полоски у них. Буду за космических цыган играть. Не таково. А, этих, подожди, Набал. ну, не, Набал это не цыгане, Манан это цыгане. Манан, Манан, да, Манан, Ну, точно, я перепутал. Этот Дюна-то у Манан, да? да, это Just Do It. Да-да-да. Да-да, вот я и говорю, буду за космических цыган играть. Флот палубных кораблей, разведывательный флот. Гибкая структура с большим количеством начальных ресурсов, что позволяет быстро адаптироваться под самые разные ситуации. Не знаю, что это значит. Что-то это Но значит. начальные позиции другие. А, это только начальные, понятно. Угу. Слушай, а ведь было же в какой игре вот эти пресеты и по цвету там были, и флит пресет. А, кстати, есть пресеты. Это О, Forum точно, Home World были. да. А тут тоже Что, есть, есть? кстати. Да. А, предустановки флота. Во-во-во, Видишь, да-да-да. прям Все, все вот вот они. это, и даже КХНФ есть. А, ну там, наверное, же был. Галсиан. Что-то и да, они какие-то странные. Коалиция. Красно-желтые. Ну, теоретически должно быть, хотя наоборот должно быть. Ну да, они Ну, должны быть желто-красные. в принципе, так оно и... Да, я и говорю, что это и да, они желто-красные были. Они тут напихали всего, блин. Они лирра не могут, не могут кит придумать лого. А ведь он поглотил Храл. Они тупо понапихали сюда всего того, что было. Они при этом, кстати, сделали то же самое в Homeworld Deserts of Kara, когда они там рисовали эти галсиенские иероглифы и там вот эти вот картинку на картобе, типа с киитами. Они тупо взяли все существующие лого и накидали там на стенку и, собственно, вот на песчаную стенку галсиен. Причем даже не посмотрели в то, насколько это лорно достоверно. Потому что, например, те же самые Пакту — это люди, которые возвысились только в 400 году. А эти Сабан — это вообще созданный, опять же, в том же 500-х, ну, то есть во время войн Ереси Кит. Ну, то есть до этого не существовал. Вот. А они там нашпаклевали так, а нормально и так сойдет. Вот. Не, Хочешь ну прикол? то, что здесь есть, оно прикольно, конечно. Да, слушаю. Зайди в значки флота, поменяй эмблему на вот эти такси и правые два кубика, один из них там полосочки. Правые И у две. тебя пропадут текстурки с кораблей. Подожди, еще И раз. нормали вывернутые появятся. Паттл Крузер или кто это? Вот эмблему в самый низ двигаешь, а третий с конца значок. Третий с конца. Да вроде норм. Сейчас, Ну подожди, вот у тебя... я все прощелкаю. Ну, не Да. на всех кораблях, а вот на авианосце нос Так. становится белым. А-а-а, сейчас гляну. Видишь? Так он весь красненький становится. Но я не знаю, насколько это.
Ну, попробуй, как у меня, сделать предустановки кит манан и эмблему выбрать Окей, китма. полоски. Может, это только так работает? И эмблему полоски. Так, еще раз. Это значит предпоследний Это вот ряд. Или предпоследний ряд, самый правый. Под ББИ. точно, вижу, да, есть такое. То есть теперь это нормально, теперь это точно заметно. Окей, блин, а. Ну и по-дешпански на самом деле выглядит. Ну да. Нас не обманешь, мы все видим. Мне даже интересно, а если я играть начну, будет такой прикол или нет? И ради прикола поставлю себе. Ладно, давай закругляться, наверное. На сегодня хватит. Не будем больше играть. Не, ну там еще до 12 числа, как бы, еще успеется Ну, в неделю, принципе, получается. согласен. В принципе, Да. согласен. Можно и завтра продолжить. Я заодно поработаю тогда сейчас чутка. Да. Ну так, такие у нас. Тогда я выхожу из лобби Угу. и заодно покажу справочники воплощенных. У них тут Teamfighter. Это компендиум лиц. Мы, по-моему, против них и играли сейчас, да? Ага, юниты. А, вон инкарнаты. Истребитель доминатор. Плазма 50 тюрет. А у них Кластер миссайл тюрет. иконка одинаковая. Плазма. Ну, давай я для тебя специально помедленней. Да, видео сохранится, конечно. А ты тоже раскачать можешь? Демка-то бесплатная сейчас. Ну да. Все просто. Как раз сегодня все это дело произошло. Да, внезапно. Я проснулся в 10 вечера, потому что в 10 утра лег спать. Это Проснулся, и такое. вдруг мне телефон разрывается, мне все пишут: Homeworld, Wargames доступный. Я такой: а твою мать, надо срочно качать. War Thunder, да? Нет, War Games. Hwold? HV? Нет, Warhammer. То есть нет, наоборот. Такие дела. Ладно, я, наверное, закругляюсь со своим видео, потому что все, что на сегодня хотелось показать, уже показал. Так что ты еще можешь там поговорить, но я отобью свое, что. Давай, конечно, я тогда молчу. А, да, товарищи, дорогие мои любимые, да, это просто эмоции переполняют Homeworld 3, все дела, он пришел. Конечно, не настолько он идеально пришел, все-таки чувствуется, что разработчики слегка поменялись. Ну, то есть я понимаю, что они теоретически одни и те же, как бы отцы-основатели, все тот же Роб Каннингем и Аарон Камбейтс, но тем не менее смена релика на BBI, свежую молодую команду, у которой еще не наработана ресурсная база, ну, в смысле, кодовая база, из которой они могут брать старые паттерны того, как делать те или иные вещи, она явно ощущается. И вот я по World Desert of Karak это почувствовал, и сейчас я вот это почувствовал. Они, конечно, там пытаются сделать игру мечты из то, что они не сделали с Homeworld 2, и вот, типа, сейчас они будут делать вот эту. Ну, то есть Homeworld 3D будет этот Dust Wars идеальный. Но вот меня пугает то, что вот они сильно упирают на вот эти вот
копание в огромных мегалитах, и, собственно, и это не так весело, честно говоря. То есть я пару игр, то, что мы поиграли, мне показалось, что, ну, как-то раньше было проще, как бы, и ты, у тебя был открытый космос, и ты, ну, думал более тактически, стратегически, ну, как бы, как практически шахматы, только с ключевыми точками в виде ресурсов, не знаю. И, ну, как-то так, ну. То есть какая-то изюминка там была. А тут вот тебе нужно еще бороться с управлением, чтобы справиться с, ну, увидеть правильную точку, там, опуститься туда, опуститься сюда. Ну ладно, это еще может быть привыкнем, и может быть в компании это будет гораздо, ну, более удобно. Может быть сейчас они там допилят за месяц все, что не допилили. Примут там эти вещи от игроков. Вот. Ну, пока что так. Но явно мы еще поиграем с тобой, Хикс, правильно? Да, обязательно поиграем. Я Вот. думаю, может быть, даже завтра, если у тебя будет время. Да, и, возможно, поиграем через Homeworld Russian Fleet, Discord сервер. Может, кто-то там откликнется, захочет с нами присоединиться, особенно вон там старых товарищей ветеранов вспомнить там. Помните, в наше время там это когда танцевали, был еще там вот это, ну, вся вот эта вот стариковская херня. Вот. Когда космос был черным, а время ускорять не было возможности. Да. Да. Ну, короче, да. Короче, всем спасибо, кто смотрел. Лайки, подписки мне и Хиксу. Вот. И обязательно заходите на Discord сервера. Все ссылки в описании. Ну и, собственно, увидимся в этой и в другой, ну, или в другой игре какой-нибудь. Как бы и Хикс проходит всякие прикольные игры, и у меня тоже что-то может найтись вам по нраву. Так что увидимся, товарищи. Все.